Всем привет, друзья, с вами Фризен, продолжаем Dark Messiah. В прошлой серии мы бегали по каким-то катакомбам или замок, что это непонятно было. Спасли Иштвина, который висел там над прописью священной на двух цепях. И нам надо сейчас будет разбираться с четырьмя какими-то королями. Как их, блядь, достать, где их найти, я не знаю. Кстати, смотри, в прошлой серии мы закончили вон на той вышке, куда убегают огоньки. Я пролез вот здесь по краю, сделал здесь две веревки, перебрался на ту сторону, это там, где был циклоп. Циклоп куда-то сюда упал. Мы выходили вот отсюда и пошли направо. И сейчас я перебрался на эту сторону и ждал вас, так сказать. Смотрим, что здесь есть. Ух ты, блядь! Вы чё нахуй меня так пугаете? Ебанушки. Сука, опять он не тот меч достал. Ебать! Сука, он еще и траванул меня. Ну не скотина ли? Блядь, я серьезно их не ожидал тут увидеть. Вообще ни разу. Бляди. А схуя ли вы так прячетесь здесь? Где второй? Не понял. А, вот ты где. Я думал, что этот маг... Я думал, что один маг воскресил второго мага. А тот маг воскресил... Нет. Еще кого-то. Нет. Так, тот погиб, блядь. Ну серьезно, блядь, так пугать людей, вы что, ебанулись, что ли? Они серьезно тут стояли, что-то тусили, общались. Блядские голоса, а? Так, ну я понимаю, что мне надо залезть на цепь. А потом куда? Куда с этой... А, в дырку. Блядь. Ну я не хотел в дырку, я хотел... Вот сюда куда-то залезть. Так. Можно ли там что-то сломать? А! Блядь, нет, вряд ли так достанет она. Вряд ли мой лук достанет. Какая палка самая нижняя? Но я попытаюсь. Сука. Немножко ей не хватает, да? Хотя... Ну-ка. Можно попробовать перескочить. Блять, ты в ту дальнюю попала, а в эту нихера. Да ты ебанешься, блять. Попадешь ты в нее, нет, сегодня? Ну-ка, это вот сюда. Да ты чё, блять? Стрелы-то втыкаются. Блять, я что, не тот лук достал, что ли? Ну вот реально, стрелы-то втыкаются, а веревка от нее где? Ты? Хуй пойми. Блять. Ну мой план был охуенный. А больше деревяшек у вас нет, да? Ай, с этой цепи... Давай попробуем с цепи... Так, нет, вначале сохранюсь, блять. А то, зная себя, я, блять, не долечу. Эй. Ебать, ты что так качаешься? Тихо. Залазим в самую верхнюю точку и прыгаем. Да блядь! Я ёбнулся головой о палку. Прям со звуком тун. Пробуем еще раз. Я не хочу оставлять эту затею. Эй! А, вот она. Тихо. Пожалуйста. Нет, он не достает. Хотя, подожди. Подожди, раз план такой. А, я езда куда стрельнул в самую крайнюю точку. Бля. А стой, подожди. Может в эту пульнуть по приколу? Вот в эту. Где лук? Достань. Вот в эту. Эй, перебор. Вот так вот сделай, пожалуйста.
Хорош. Так, но в эту я тоже не достану. Хотя, давай попробуем. Чисто эксперимент по приколу. И раз. Нет, не достает. Там буквально не хватает пару сантиметров. Печалька. Хуй бы с ним, полезли. Хотя, подожди, давай просто посмотрим, что там. Мэр, сука, нахерачил ежей, блядь. В принципе, тут и нет ничего, да? Ну и хуй бы с ним. И раз. Вот ты ебантяй, Саров. Не перестаешь меня удивлять. Я прям четко нырнул в это очко. А не надо было бы, да? Ну вот так вот пойдет. Как кошечка, блядь, спустился. Так, ману тратим. И здоровье поправляем. Да схуяли ты опять достаешь этот меч? Как тебе заставить вот это всегда доставать? Блядь, единственный вариант это просто выкинуть этот меч. Я ж после этого и огненный брал. Почему он не берет его? Так, вот я взял на постоянку, да, типа, надеюсь. Какой это меч? Хуй знает. Нет, это нормальный меч. Ладно, переход на другую локацию. Что нас ждет там? Напоминаю, что основная задача у нас, блядь, найти Рантира. Я уверен, что это даже в этой, блядь, серии не закончим. Потому что в этой серии мы будем возиться с этими королями. Как с ними, блядь, возиться, если я даже не знаю, кто они и где они. Воу. Да нет. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Больно мне делаете. Угу. Угу. Но суть я понял. Идет вначале дальний. Второй. Хуяли. А это почему не работает? Ты серьезно? Это ваши ловушки, блядь. Честно говоря, хуета какая-то. А не ловушки. Ладно, я сохранюсь. Включаем кошку. Здесь что? О, блядь. Так, подожди, полностью исцелимся. Ну, до полного. Используем бутылочку. Сколько у тебя тут бутылок, блядь, а? Хуяк. Оставляю тебя здесь одного. Даже не тайник, ничего, блядь. Просто, блядь. Просто мана валяется. Здесь что меня ожидает? Воу, воу, воу! Нихуя себе вот тут с памяти. Да ты заебал доставать этот меч. Какого хуя ты его достаешь постоянно? А, стоп. Нет тут пластины никакой. Я думал, тут хотя бы кнопка. Но звук кнопки есть. А нахуя я сюда пришел? Что это такое? Хм. Хуй пойми, что это вообще такое. Сосульки, флаги. Ебала. Хм. Очень странные места пошли какие-то. Воу. Тихо. А как я сюда пролезу? Наверху что-то имеется у вас, да? Хуй пойми что, но что-то есть. То есть, блядь, я даже здесь спуститься не смогу. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, вот, видишь? Умри, нечистый. Вот, видишь? Эти шары бьют, они эти шары отталкивают. Почему, блядь, я не могу никого отталкивать в тот момент, когда я... Когда я бью этих чуваков? Это я, блядь, не понимаю ни разу.
Очень странно. Так, аккуратненько. Чпоньк. Хорош. Куда мне дальше? Цепи ломаются? Куда, блядь? Да, блядь, попадите в цепь. В цепь, говорю, попади. Пошел нахуй. Хуй бы с ним. Ага. Но я пока поверху полазю, да? Хм, могильнички нарисовались. А я выжил, прикинь. Я еще не достал, блядь, ничего. Кого уничтожаете? Уебываю. Нихера себе ты спамишь меня, блядь. Вау, 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 у вас много, а я один. Блядь, я сейчас всех заспамлю. Оп. Это, блядь, тихо. Как ты выжил? Блядь, что мне с ним делать? Если сейчас погибну, то я погибну. Уебываем. Исцеляемся. И исцеляемся. Они что же умеют бегать? Володя, Володя. Мы тоже умеем бегать. Где? Ага, пока целимся, целимся. Исцеляемся. Ага, отлично, добивалка. Что я закрыл, блядь? Что произошло? Какие-то ворота. Блядь, темно как в жопе. Еще кто-то пришел. Ебать! Они дохуя ли вас будет, ребята? Страйк! Ай-яй! Это... Да, вы правы, я в ловушке. Так что отъебитесь. О! Неплохое поле для тренировочного боя. Первый пошел. Бля, мне не хватает энергии. Все, тихо, тихо. Я спамлюсь. Ой, перезаряжаюсь. А, тут уже труп. Хорош. Помогите! Помогите! Бля, они так подыхают забавно. О, грибочки. Все, бля, тут сломаю сейчас. Это что? Масло? Не надо. Все сломаю, блядь. Раньше в этих кувшинах что-то было. А сейчас нет ничего. Куда ты пошел, мой хорошенький? Вернись. Блядь, ты косой, что ли? Просто его как муху прогнал полотенцем. Кыш, кыш. Так, откуда-то открылись ворота, и они зашли. Ебать, тут у вас костень и рычаг сломан, да? Откуда-то отсюда они пришли. Здорово, мужики. Хуль ты меня нюхаешь? Притурки, блядь, неадекватные. Подошел, меня понюхал зачем-то. Странные вы, ребята. Так, какие-то цепи. Не ломается. Вот это что за светильники, блядь, такие стрёмные? Я пока что просто хожу, зачищаю территорию. Вижу, вау. Ты отмечен моим сыном. Благодарю тебя за то, что вернул ему свободу. Оковы Арантира пали. Я помогу тебе одолеть глупца, который возомнил, что может поработить душу моего сына. Нихера себе, добрый вечер. А ты что делаешь? Колдуешь что-то? Что ты сделал? Ты меня что, подъебать что ли вздумал? Нет? Что он делает? А, он меня защищает. Значит, ты плохой. Сука, он меня еще травануть вздумал. Воу! Ебать, ты им будешь. Ебать, мощный. Ебать, эти молнии херачат. Они еще и в инвиз уходят. Они жирно ли им будет? Ебать, вы мощные твари.
А что такое, блин? Против меня король... Ой, за меня король целый. Охереть. Да заебёте меня, блин, травить. Ой, блин, зря я использовал ману. Я вас всех, блядь, с лестницы спущу. Вы что думаете? Нихуя себе он отлетел. Где он? Он в кого-то ударился, перелетел через него, устроил сальтуху. Так, ты понимаешь, меня это не берет. Они там что-то пиздят на своем, я их даже не понимаю, не слушаю. Но за меня король. Он сказал, я тебе помогу. Хорош. Получил в ебучку. Он так прикольно это... Сальто крутит. Он так красиво лег, смотри. Так, вы не настоящие, да, какие-то все? Э, а куда король делся? Король, блин. Ну, спасибо королю, конечно, он мне помог. Я, конечно, сам бы мог справиться, но с ним было прикольней. Что мне прокачать теперь? Выносливость. Надо 7 очков. В итоге надо 17 очков. Подожди, ага, во! Кольчуга. Выносливость. Так, плюс 2 классу. Угу. А тут мана страдает, видишь, 20 маны. Хотя в последнее время я маны не пользуюсь, да? Ну давай поэтому будет кольчуга. Но эту херню я выкидывать не буду. Нахуй надо. Пусть живет. Посмотрим, как это будет работать. Какая калиточка. И что? Какая сейчас герметизация пройдет? И меня дальше пропустят. Блять, опять темно. Заебись. Ходить в этой темноте очень классно. Заберите у Рантира череп. Просто. Просто забрать череп? Отъебись. Отъебись, ты, блин, подставляешь. Пумс, нахуй. Ты еще живой? По жопе. Укольчик. Он еще живой. Ай-яй. Пошел ты нахуй тогда. Пошел нахуй. Я вас всех сейчас закидаю. Ну все. Зрение включить не могу, выключить не могу. Меня коробит, мне больно, плохо. Я страдаю. От вас убегаю. И-и-и. Вы че? Ой, ты, блядь. Да заебете. Вот это хуй стоит и спамит меня, блядь. Где он? Сейчас за экипажу, блядь, просто так будешь ходить здесь. Не, ну серьезно, что за нахуй начинается? Смотри, у меня была миссия с этими королями, так? А сейчас эта миссия пропала. Помнишь, там что-то было написано... Найдите 4 королей или одного из 4 королей. Если одного из 4, то это хорошо. Я его нашел. И теперь мне надо забрать череп. Бля, надо сохраниться, а то я давно этого не совершал. Хуй знает, где я сохранился в прошлый раз. А то придется бежать опять с самого начала. Сам ты хрыщ. Харе колдовать, блядь. Ой-ой-ой. Что, падает? Хм, ну что-то упало. О, блять. Вот такие, я тебе говорил, сундуки можно взламывать. Видишь, есть кнопка для ключа, есть открыть крышку. Если у меня был бы взлом, то я, возможно, блять, смог бы. Так, полностью сейчас потрачу ману, восстановлю ее и заберу зелье. Там ловить нехуй. Ага, калитка еще одна. Здорово. Хули ты палишь? Долбоёб! Ти! Чё ты думал, блядь, я с тобой не справлюсь, что ли, один на один? Без магов ты хуй сосёшь. Это что за место? Так, целитель Ламантиан. Да поможет его дух тем, кто чист сердцем. А я чист сердцем? Хуй знает. Сейчас проверим. Но я лучше сохранюсь. Мало ли. А то вдруг у меня покарает. Фу, как пыльно. Фу.
Ты хотя бы проветрил бы тут. Не видно нихуя. Серьезно, напылил, надымил. Блядское зрение. А, верховный жрец Ламантиан. Да пребудет с ним свет. А со мной? Почему у меня, блядь, свет упал? Можно его потрогать? Моргает. Потрогать-то можно, нет? Хуй знает, что это такое, но я постою здесь. М? А в чем испытание-то? Ламантиан. В чем испытание? Наверх, что ли, забраться по приколу? А там ловить нехуй. Алло, дядя, в чем твое испытание? Ну, и в чё? И что? Тут больше нет нихера. Дядя, чё делать-то? Подскажи. Серьезно, чё с тобой делать-то? А ну-ка, вон там есть проходик. Чувствую, чувствую проходик. Чувствую, вон тут проходик имеется. Блять, включись. Бляха, муха. Я не достаю? А? Достаю. Хорош. Добрый вечер. Что тут у вас? Тэнс, 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 тэнс. Спускай. Нет, подожди. Не... Да что так быстро пропадает эта херня? Так, теперь надо мне возвращаться обратно, так? Значит, строим себе канатную дорогу. Вот так вот строим себе канатную дорогу. И вон туда залазим. Тихо! Фух, ты, блядь, Саров напугал. Ух, ух. Прям, блядь, человек-паук какой-то. Так. Полное исцеление. Мне уже нахер не упало. Мана, нахер не упало. Сука, у меня все по максималкам. Заебись, блядь. Так, у меня возникли проблемы. Эта веревка сейчас закончится. Ну, слон, выручай. Блядь. Спасибо. А, простите, а какого... Да, блядь, Саров, ты чё застрял-то здесь? Спасибо. Что это за свет такой? Если я был бы нечист, меня бы выкинуло нахуй отсюда или что? Не понял сути испытания. Ты заебал, блядь, брать этот... А что с вами? Ну-ка, зайди сюда. А, ты не можешь зайти. Не можешь? А что с вами? Что с вами, блядь, не так? Хуясь, он их распидорасил. Хорош. Спасибо. Вот это он неплохо, сейчас я с ними справился. Спасибо, слон, спасибо. Кто следующий? Ты меня потерял? Ты! Плаще. Хуяся, ты мощный. Иди сюда. Иди, говорю, сюда. Иди сюда. Кыся, кыся. Он не придет, да, наверное? Очканет. Ой, ну ты понимаешь, что это не работает, чувак. Чё, сука, он здоровье восстанавливает. Чё, охуел, что ли? Помогите! Я тебе помогу, блядь. Ладно. Чё-то я слишком увлекся. Страдаю хернёй уже. От нечего делать. Хорошо. Куда нам дальше? Парень. Парень. Что это неизвестно? Полетать не хочешь? Я помогу тебе. Воу. Отвали. Ебучие маги, а? Они же еще, сука, не подходят. Сразу проверяем на том, кого он воскресил. Если тот пропал, значит и этот погиб. А если не пропал, то значит не погиб. Ты куда побежал?
Куда ты побежал? Я тебе, блядь, поколдую сейчас, ага. И тебе накажу, всех накажу. Отдыхай пока что, ладно? Не привлекай к себе внимания. Мана. Сука, мана уже просто так валяется, никому не нужна. Что здесь у вас? Ну смотри, как минимум я нашел двоих, да, королей? Как минимум. Мне это, конечно, не нужно было, но я нашел. О, здрасте. Да пошел ты нахуй. Серьезно, надо откачать ману, выносливость. И чё, и взлом. Но все сразу прокачать не получится. Я тебе про ветку это говорю. Можно, конечно, попробовать. Блин. В принципе. А, кстати, убежище создает временный магический щит, который не пропускает вражеские удары и заклинания. А, вон что за убежище. У меня просто много свитков убежища. Ослабление. На некоторое время ослабляет противника. При всплеске адреналина уменьшает... уменьшает врага? То есть он становится маленьким? Я говорю о том, что... Если вот качать ближний бой, силу, да, вот этот лук, то ты не сможешь прокачать эту херню. Но если ты прокачаешь себе адепт магии, чтобы был запас маны больше, то ты можешь прокачать себе много магии. Так? И просто ходить тут магиями всех разъебывать. Это будет, конечно, круто. Я, конечно, после того, как я пройду первый раз, я пройду это вместе с Занной, с этим голосом. А потом я уже буду, когда один играть, я, наверное, буду попробую прокачать мага. Буду магичить, тут ходить. Так, какой-то еще слоник. Не знаю почему, но мне кажется, что это слон. Я, конечно, понимаю, что это мужик, а сзади у него или топор гигантский, или как раньше было у знаменосцев, которые знамя таскают. У них тоже были какие-то непонятные крылья. Если Лина погибнет... Наша последняя надежда. Мы должны его забрать. Не дай ему завладеть своей душой, Сарев. Сохрани, пожалуйста. Борись с искушением. Пока мы вместе, Арантир у нас не одолеть. Прекрати! Как ты мне еще так, а? В смысле? А, ну все. Фишка в чем? Я тут, блядь, страдаю, хуйней страдаю. Сколько уже? 2 часа? Ладно, целый час. Пока мы вместе, Арантир у нас не одолеть. Целый час я хожу, да, если читать прошлую серию и эту. Я целый час хожу. Лазю здесь, страдаю. А она, блядь, просто взяла тут и появилась. Вот как с этим было в начале прошлой серии. Я там с драконом сразился. Она, блядь, просто стоит за дверью, ждет, она там стоит, ага. Красавица просто. Вот такие моменты меня подбешивают. Мадам, мы потерялись. Куда идти-то? Откуда она пришла? Так, здесь я был. Так ведь? Хотя бы подскажи, блядь, куда идти? Отсюда она пришла. А, вот сюда, отлично. Ну серьезно, какого хера она, блядь, появляется из ниоткуда? Это обидно? Ёбана. Отхлебана. А так он рядом. Лина, пошли. Быстрее, пока он там открывает, настраивает радиоволны порталов. Какая охуевшая лестница. С такой лестницы только чуваков всяких сбрасывать. Так, вот здесь я сохранюсь. Не ебет. Потому что, блять, по лестнице 100 раз бегать, спускаться, я ебал. Здорово. А, ты же труп. Хорошо. Куда ты, блять, побежал? И укольчик. Ой, блядь, промахнулся. Арантир, все кончено. Отдай мне череп, или же я заберу его силой. Молчать, мальчишка.
Ты не понимаешь, что поставлено на карту. Так нечего понимать. Если Арантир завершит ритуал, погибнут миллионы людей. Разве где, блядь? Где она? Душ не стоит жизни целого мира. Тебе отсюда не выбраться. Я понял. Великому безмолвию. А, его щит не берет? Подожди. Щит тебя не берет? Щит, говорю. Щит. Ты думаешь, я тебя, блядь, не вижу, что ли? Ты придурок, что ли? Я ж тебя вижу. Пиздя мне. Умри, еретик. Ага, отсасывай. Ты это еще не попадаешь, да, я смотрю? Арантир, ну ты чё? Магия смерть страдает. Настигнет тебя. Ты, блядь, серьезно думаешь, что я тебя не вижу? Ты, блядь, очень странный дядька. Ударь. Почему его не берет эта херня? Что с тобой? Вижу, ты возмужал со времен нашей последней беседы. Ага, пойду пока портал зафоткаю. Не один. И в интересах честной схватки я тоже призову помощник. Ну, вот и финал. Да. Труда. На твоей жалких 20 лет жизни демона не дал. Попробуй понять, герой Багрови. Магия и некромантия. Жизнь. А если я просто заберу эту хуйню, нет? Так, подожди. Пиздец, мне столько сейчас информации накидывает этот Арантир. Так, давай, что у меня есть? Свиток убежища. Есть. Ага, ослабление не надо. Молния, телекинез нет. Заморозка нет, ловушка нет. А, каменная кожа, вот. Вот она, где она? Ага. Теперь ослабление. Попал? Хуй там, блядь, попадешь в него, ага. Да ему плевать, по-моему. Он просто летает и ебенит меня. Тогда... Блять, ну ладно, придется луком его дрочить, наверное, 100 лет. А ему, по-моему, плевать, нет? Да, ему, по-моему, плевать. Сука, что с ним делать? Где эта Лина? Что делать с этим чуваком? Так, давай я сохранюсь вот здесь. И чисто побегаю, посмотрю, что здесь происходит. Просто хотя бы узнать, что здесь можно сделать. Может быть, здесь есть катапульта. Так, недостроенные порталы. Какая-то хрень. Строение. Так, что еще тут имеется? А нихуя, да? А где Лина? А, вон она. Ну, пойдем узнаем, что она хочет от меня. Может, она подскажет? Даст умную совету. Алло, Лина, у тебя есть идея? Это вроде маг. Нет? Хуёво. Ох, тогда придется, блядь, дрочить реально луком. Я не думаю, что какая-то из этих моих магий ему поможет. Так, свиток чар. О, кстати. Почему бы нет? Нет, хуйта, это не работает. Тогда заморозка. Куда ты дел заморозку, придурок? Ну? Сделай хоть что-нибудь. Блять, он попадает с любой точки, глянь-ка на него. В полете, не полете, ебет и ебет. Куда ты дел заморозку, я тебя спрашиваю? Ему плевать, он дракон. Блять, серьезно. А, у тебя еще есть заморозка? Нет? Жаль.
Хорошо. Сейчас я буду стараться потратить на него 1000 стрел и попытаться завалить. Если получится, то получится. Потом увидим, что произойдет. Не знаю, сработало это или нет. Я стрелял, не знаю, попадал даже вообще или не попадал. Или тупо надо было по времени продержаться, или реально сколько-то раз попасть в дракона. Он сейчас куда-то влево струлил. Это как с циклопом. Пошел его искать, блядь, и нет. И Арантир что-то закашлял. Чё он кашлял? Опа, появился опять дракон. Видимо, это слишком много тратит на него времени. Ой, не времени, а маны. Ты чё так близко подлетаешь? Дерзкий стал, блядь. Но реально, слишком много отнимает сил. Может быть, жизненных даже сил отнимает много. Я тебя все равно заебу, дракон. Ты что думаешь? Самый крутой, что ли? Плевал я тебя. Где он? Не дострелял. Сука, драконий. Вот опять он, видишь, уже второй раз кашляет. Да блядь, стань дракон. Сука, тебя валить, да? Я даже не попадаю в него, реально. О, крит. Попасть бы сейчас, да? Угу, попал, блядь. Ну-ка. А дай-ка вот эту... А, все, крит проебал. Попал в рантира. Ой, дракон. Сколько его бить, я не понимаю. Это так может уйти 2 часа, блядь, времени. А, слушай. Я понял. Понять. Смотри, что получается. Надо дракона пострелять, а Рантир кашляет, и надо подойти и убить его. Это как с этим циклопом. Прикинь. Ну, по-моему, это так должно сработать, нет? Тогда просто идем в атаку на дракона. Проходим к Рантиру, наперед. Отъебись. Где мой меч? Ударь его! Не успел. Хе-хе. До свидания, блядь. Где дракон? Ага, вот он. Но все-таки логика, наверное, верная. Отстань. Где он? Да блять. Сука, когда он над тобой летает, вообще хуй попадешь в него. Где он? Сука, прямо надо мной летает, крыльями меня гладит. Отстань, блять. Жопу получишь. Ну, достань ты магию свою, ебантяй. Умри. Сейчас тебе умру, блядь. Махай, ты режь мечом. Нет никого. Охуенно. Кто бы смог удержать стены темницы. Заебись. Ты победил меня и погубил весь мир. Нет, мы сумеем обмануть пророчество, предвещающее смерть. Сын мой, твое могущество больше, чем я смел надеяться. О, я предвижу реки крови и пламя пожарищ. Принеси мне череп! Портал слабеет, бери же череп. Вместе мы излечим раны, причиненные войной. Теперь она говорит мой любимый. Раньше говорила дорогой. Боже, Саров, не бойся. Нет силы, которая осмелилась бы нам противиться. Нет зла, которое нам не одолеть. А делать-то теперь что будем? Возьми череп, неси его мне. Возьми череп, неси его мне. Я же взял. Чё надо? А что делать, мать? Скажи. Так, настало время решить... Подожди, башку отверни, блядь. Вот так вот. Так. Настало время решить свою судьбу. Вознеси череп на алтарь, чтобы получить его силу. Или отнеси его к пирамиде и освободите демона. Чего, блин? На алтарь, чтобы получить его силу. Так, подожди. Или отнесите его к пирамиде и освободите демона.
демона в смысле отца. Так? А чтобы забрать силу, блять, надо сохраниться на всякий случай. Я не хочу так сейчас просто проебаться. Ну давай поставим.